сейчас уже понимают, что нашим сознанием управляют все-таки гормоны. И если есть какие-то нарушения гормональные, то худей не худей, читай умные книги психологии, занимайся йогой и так далее и тому подобное, спокойнее ты не станешь. Конечно, нужно обязательно сдать на гормоны и понять, что же у нас происходит с гормональным фоном. Ну и, конечно же, физическая активность, как я уже сказала, что даже для женского организма, для репродуктивной системы нужно как минимум 30 минут ходить пешком, да, пешком каждый день. Это все-таки и улучшение тонуса, и улучшение качества жизни, и улучшение кровообращения. Но опять же, если есть проблемы с избыточным весом небольшим, то физическая активность поможет запустить и активизировать процессы липолиза. Дальше. Обертывание и маски. А также массажи. Массажи – это тоже такая, знаете, очень интересная, многогранная такая панацея от всего на самом деле. Здесь должно быть четкое понимание, какой массаж подходит для пациента.